Кличеве готовят эко-арт-фестиваль «Острова Дулебы». Его название символично. Острова Дулебы – гидрологический заказник республиканского значения. Это уникальная водно-болотная экосистема. И местные власти обеспокоены ее сохранением и развитием. Кроме того, грибы, ягоды, лесов и болот – большая статья доходов для жителей Кличевщины. Ну и кроме того, острова Дулебы хранят много тайн. Это касается не только партизанского движения. Есть гипотеза, что в этих болотах остались сокровища Наполеона, которые ищут и не могут найти. Так что эко-арт-фестиваль затронет все – от истории и культуры до экологии и экономики. Наш репортаж с Кличевского района. Этот фестиваль нужен, чтобы привлечь внимание людей к состоянию экологии, природы, сохранению уникальных видов птиц, животных, растений, сохранению уровня гидрологии наших рек, озер, лесов. Теперь и в Кличеве будет свой особенный фестиваль. На юго-западе Могилевщины, в крае лесов и болот, хотят говорить об экологии. Как сохранить природные богатства и как приумножить? Чтобы болота не высохли, реки были полноводными, а грибы и ягоды оставались главным кличевским угощением. Александра, но вы грибы принимаете, что ли? Про урожай грибов в этом сезоне кличевцы пока говорят без особого пиетета. Грибной сезон с дождями в районе только начался. Пока на этой базе на станции Несета приняли полтонны грибов. И людям помощь нашего района. Деньги стоят немалые, 4 рубля за килограмм стоит лисичка. Черника была по 20 тысяч в основном. Вот, заморозили ее и продали на Польшу. Как правило, люди на грибы, ягоды имеют дополнительный источник дохода в себе. Даже если семьями берут отпуска, чтобы заработать где-то детям на учебу, детям на школу. Ну, еще что-то дополнительно, какие-то приобретения. Это очень существенный доход населения. Теперь же начинается сезон яблок. Везут урожай подводами, сдают мешками. Так, 203 килограмма. За килограмм яблок потребительская кооперация сегодня платит 5 копеек. Принимают все для заводов, на вино и повидло. Много яблок в этом году? Даю. Есть возможность заработать? Да. Можно заработать, яблоко уйдет. На будущем эко-арт-фестивале, уверены организаторы, всем найдется место и интерес. Гостей примет оздоровительный лагерь Ольса. Пока здесь вовсю идет четвертая смена, но в первые выходные сентября на центральной площади разместят символические острова. Остров кличевских прысмаков, спортивный, партизанский, детский. Но лучше, конечно, увидеть настоящие острова Дулепы. Лесные островки посреди болот. Острова Дулебы – это уникальный комплекс водно-болотных угодий, которые аккумулируют в себе большое количество воды и тем стабилизируют уровень грунтовых вод. Потом они медленно отдают эту воду и питают мелкие реки на территории района. Все это мы должны сохранить сегодня, чтобы этим могли воспользоваться наши потомки в будущем. Для этого мы будем собираться на этой экологической площадке. Отдельно будут работать ученые и представители заинтересованных ведомств. Предполагается, что они найдут модель развития района, где экономика и охрана природы пойдут рука об руку. Сохранить природные богатства – прекрасная цель, но речь идет и о том, как воспользоваться ими для роста благосостояния территории и ее жителей. Это и туризм, и, например, бёрд-уотчинг – наблюдение за птицами. Очень популярное хобби жителей Западной Европы и Британских островов. А чем мы хуже? На островах Дулепах.